Я часто слышу, сколько тебе лет? Скажу вам откровенно, я не знаю. Не потому, что это мой секрет, свои года я просто не считаю. 16 мне, когда любимый друг меня обнимет нежно, приласкает, и ничего на свете нет вокруг. Ну кто ж в этот миг, когда считает? Мне 25, душа моя поет, мчусь на машине по свободной трассе. Кто скорость полюбил, меня поймет, что это тоже маленькое счастье. Мне 45, когда иду я в гости, сменив спортивный стиль свой на наряд, и чувствую спиной, как моет кости соседок милых на скамейке ряд. А иногда бывают дни такие, когда порядок дома и покой. Рассматриваю лица дорогие, давно ушедшие, навечно в мир иной. И вот тогда мне 100, а может 200. Рыдания разрывают мою грудь, шепчу молитву и целую крестик. И до утра, конечно, не уснуть.